Смотрите, какое чудесное место. Красивое. Все светится, солнышко вышло. Это у нас ГЭС? Или какая там? Не, вон там. Вон там вот. Здесь. Вот это, короче, пивзавод. Жигулевский пивзавод. Вот у вас пиво продается в городах Жигулевское, которое вот на сайте там сейчас много разных, а вот которое в Самаре именно производится Жигулевское. Вот оно вот здесь производится. Вот он, пивзавод. У него... А, у него же корпус вот этот, да. Там же гремят бутылками, я видела. Что ли, или нет? У него же еще корпус. Ну, короче, вот. Поняли. Памятник. Какая красота. Вроде как елочка и нет. Здесь, смотрите, забор какой стал красивый. Радужный. А здесь, представляете, дерево. Сейчас пройду провода. Вот. Дерево как выросло, смотрите. И выше. Природа везде залезет. Вот представляете, сюда семечко попало и заразилось дерево. Вырастет тут так около окна грушевое дерево. Будете груши собирать. Прикольно так. Бывает на крыше иногда еще растет дерево домов. Я у нас в Самаре видела, кстати. А, ну да, здесь тоже считается это пивзавод. Здание относится к нему. Ой, мама. Радуга и море, как будто бы. Заглядывала. Когда-то давно-то мы вместе заглядывали в окошечко. О, там фонтан! Ну, конечно, все заглядывают сюда подряд. Хотя ладно, я уж пойду. Покрасили, водичка там набралась. Да, ну что ж. Вот, а это у нас уже получается ГРЭС. ГЭС или ГРЭС, как они правильно, не знаю. Сейчас посмотрим окошечко. Зачем тут форточка, что ли? А, тут смотри. А, по цветам рассказано. Цвет пляжный, желтый хлеб. Клепка, желтая клепка. Интересно постоять, пофотографировать. Зеленый, заволжский, рассветный. Еще что-то там подписано рядышком. Ну, конечно, уже не прочтешь. Здесь, смотрите, какие окошки. Круглые. И подоконники, наверное, круглые. Хорошо лежать на таком окошечке. Носик почешешь, и можно желание загадать. Загадайте желание. А я почешу. Ой, я даже не достаю. Надеюсь, вы загадали.
Смотрите, где мы с вами оказались. Какая тут церквушечка красивая. Заветочка. Площадь Славы. Тот самый памятник. Крылья Самары называются они. Или ученик, или студент с зачеткой. А вы напишите свое название, как думаете вы, как называется. Тут фонтанчик. Ну, где он там? Еле-еле. Там один фонтан, а здесь другой. Здесь у нас бассейн большой, в котором я ни разу так и не была, кстати. Цветы, смотрите. Цветы какие красивые. И вот тут вот. Он, кстати, это фонтан поющий. Поющий фонтан называется. А этот... Как он, ЦСКА? А, да, ЦСКА бассейн. А там что-то, кто-то пьет? Или что-то там? Поющий, здесь выходные включают музыку, и он прям под музыку играет фонтан. Тут вода мутная? А, нет, нормально. И Волга видна, как красиво, смотрите. Как солнышко играет. Тень моя. Кстати, очень люблю, когда солнце через воду играет. Очень красиво. Нет, спасибо. Мне кажется, Самарская набережная самая красивая. Смотрите, какая тень. Ага. А, как они светятся. А там уже Волга. Там Волга. Синяя такая Волга, красивая. А тут, смотрите, уже листочки. Опять желтые листочки с вами на свой. Шикарная прогулка. Ой, холодно. Цветочки. Пальма даже. Даже пальмочка есть. О, народу вообще нет, смотри. Пусто. А летом здесь. Летом здесь много. Там подальше стоят лавочки. И летом здесь очень-очень много людей ходит. Гуляют с детьми. Рябинка вон какая красивая. Растет он там. Вот. Красиво. Цветочки, старенькое здание вон там какое-то. А ты... Ай, как красиво. Правда, все как всегда в попыхах. Женька, по-другому нельзя. Угу. Долгую прогулку делали. От Владимирска, где мы были, да, парка, Грузы. Ну, смотрите, какой зеркальный. Чайка, чайка. И там музыка играет закрытая, играет музыка. Там, видать, под музыку они убираются. Убираются, прибираются. Громко. А вся такая стеклянная, смотрите, прям офигенно. Дерево внутри, под дерево все сделано. Прям вообще... Такая, знаете, в 21-м году у нас пошла особая
особый дизайн. Именно вот фактуры дерева, досочки, какие-нибудь стекла. Какое-то все такое золотого цвета. И, блин, так шикарно смотрится среди зелени. Или осени, вот. Осени, да, золотые листочки среди зеленой травки лежат. Блин, так красиво. Офигенно. Ветер. Ай, мне так ушки замерзли. Вообще не знала, что иду сюда. Мои ушки. Ушки. Вон там розы. Надеюсь, что меня слышно, и ветер вам сильно не мешает. Очень надеюсь. Семейное кафе. Карусель. Ну, и встал, блин. Ну ты чё? Красные. Ой, до самого конца в итоге дошли почти. Сейчас поле пройдем, футбольный. Поле еще пройдем. Да, ну маленькое. Я быстро бегаю, там так. Чайхона. Такая красивая. Тоже смотрите, фактуры дерева. Врезной немножко, балкончики вот там, что-то это. Медисот, лампочки вверху. Тоже очень красиво смотрится.